Всем добрый день, дорогие подписчики и подписчицы. Ну что, 8 марта закончился, но мы еще раз поздравим наших дорогих и любимых девушек, мам, бабушек, наших женщин с этим прекрасным днем. Правда, мы поздравляем каждый день. Круглый год дарим подарки и радуемся вместе с ними нашей прекрасной жизни. Сегодня хотел бы с вами поговорить, так сказать, открыть серию stories о том, что про теплицы. Значит, первый самый, давайте поговорим о поликарбонате сотовом. Вот ценообразование, потому что многие мне говорят: о, у вас дорого, как вы так можете, там где-то там чуть ли не бесплатно раздают, отдают и так далее. Смотрите, на сегодняшний день сложилась патовая ситуация, поликарбонат очень сильно начал дорожать. Раньше было, мы закупали поликарбонат зимой, например, потому что было его выгодно покупать по одной причине: заводы снижали цены, и то есть хранение, вот это все, перевозка перекрывала цену, то есть недорогую. Сейчас наоборот, зимой уже почти что пятый год, все наоборот почему-то дорожает. На сегодняшний день подорожание, вот сейчас ждем письмо, в среднем от 15 до 25% подорожания поликарбоната. Следующий момент, теперь про само ценообразование. Вот смотрите, у нас актуаль био 0,6 плотности, есть еще 0,7. Мы его поставили в линейку как средний качественный поликарбонат именно 0,6 плотности. То есть не мягкий, не твердый, но средний, и качество, что он свои 10 лет отстоит 100%. Так вот, смотрите, цена у него на закупе у дилера 2430 рублей, мы покупаем, да? Сейчас прибавится еще с этой цены где-то примерно 15 или 18%. Идут там переговоры, и потому что это будет очень жестко, и практически не знаю, как будет, что дальше. За год, если взять перевалку, то есть доставка, складские расходы, помощник, ну, в общем, зарплаты, налоги, аренда самое большое, да? Расходы материалы, там, скотч, ножики, маркера, в общем, вот эта вся расходная, которая часть ложится на сам лист, выходит где-то что за год по кругу, посчитать, сколько продано и разделить, где-то выходит на лист 400 рублей. То есть в итоге мы получаем что? 2800, в среднем 2850, это себестоимость на входе у нас листа, который лежит на складе. А продаем мы его за 3000. То есть представляете, за 150 рублей работает компания. И получается, что компания практически, то есть я, компания моя, не зарабатывает практически ничего, бублик с дыркой, да? А зарабатывают кто? Производители всех этих, то есть аренда, налоги государства, работники мои, производители поликарбоната, доставка и так далее. И сейчас получается такая патовая ситуация, что поликарбонат перешел в стадию сопутствующего товара только для покрытия теплицы. То есть мы каркас производим, каркас, да, на котором мы зарабатываем, мы не можем продать без поликарбоната. То есть, грубо говоря, поликарбонат, продажа поликарбоната перекрывает только расходную часть. Все. А зарабатываем мы только на каркасе. Вот так вот. Это для тех, кто считает чужие деньги в чужом кармане. На поликарбонате мы практически не зарабатываем ничего. Он идет просто товар, без которого нельзя продать теплицу. Все. То есть маржинальность на листе поликарбоната составляет от 4 до 7%. Не столько, как многие думают, вот столько, а вот столечко. Оптовики, которые нам продают, дилеры этих заводов, зарабатывают больше, чем мы, розница. Вот такая ситуация. А вы все говорите: Александр Анатольевич зарабатывает. Конечно, зарабатываем, но вообще, то есть вот эти деньги на гарантии, на обслуживание, на все такое. Вот так вот, так что выбирайте еще по поликарбонату, скажу вам. Сейчас будет такая патовая даже ситуация, что если раньше мы могли поликарбонат как-то заценить у хороших продавцов, которые ценят свое имя, но которые торгуют даже, например, в нашей линейке, нет поликарбоната дешевле 0,6 плотности. То есть 0,6 плотность — это актуаль био, 0,65 — это полигаль практичный,
и можно отследить было по цене. То есть средняя цена 3 хорошего поликарбоната, более-менее качественного, с небольшой плотностью 0,6. 3000 рублей. Все, что было дешевле, можно было понять, там дешевле 2700, там, оптовая компания, да, например. Это просто уже сегмент, который от 2 до 5 до 7 лет простоит у вас. Недорогой. А сейчас дешевый наоборот. Тот же, вот, за который закусили Sotolite, Черкес производит из серого полика, там белый, серый. У них разделение вторичка. Они подняли на свой эконом поликарбонат на 28 оптовую цену отпускную. То есть дороже, чем хороший качественный поликарбонат. Он будет сейчас на уровне хорошего качественного поликарбоната. И тут уже, как доказать клиенту, что они продают? Они скажут, так он же тоже дорогой. Понимаете, вот эта вот иерархия по цене, дешевле, дороже, качественный, некачественный, там, среднего качества там, и так далее, пропадает. Понимаете? Просто пропадает. И тут только нужно будет доверяться именно продавцу, кто в рознице, кто давно продает и у кого, ну, вот как у нас, есть обратная связь от клиентов, как он стоит. Или образцы наши давно стоят, что мы сами видим, как и сколько он может простоять. И можем рекомендовать. По-другому нельзя. Но большинство продавцов это просто обманывают людей. Я тут столкнулся недавно, уже много фильм, да, большой, придется оставить его в это. Столкнулся с тем, что господа из Воли, такая крупная компания, мне один покупатель, подписчик, его на другой странице, конечно, как обычно, я смотрю, читаю, пишу комментарии, написал, что есть поликарбонат такой, двухкамерный, карбоглаз, огромной плотности, в котором ничего не горит, но все растет и в нем холод. Обман полный. Она меня заблокировала в итоге. Я пишу письмо официально в карбоглаз. Я знаю прекрасно, что они не выпускали на 0,8 плотности усиленный, так, это усиленный поликарбонат, как она говорила, двухкамерный. То есть люди не разбирающие, хотя они торгуют теплицы в Краснодаре, представляете? То есть если они обманывают на страницах, как они людей дурят при продаже. Дурят! Пишу письмо официального карбоглаза, они мне говорят, у нас такого, мы продавали Воли под их маркой, это был усиленный, плотность у него 0,68, а в итоге на листе написано 0,8. И знаете, что они ответили? Это они попросили написать 0,8 с пленкой, то есть с весом пленки. Всегда лист пишется плотность без пленки, они написали 0,8. Понимаете, обман 0,68 и 0,8, то есть они посчитали пленку. Вот где компания федерального уровня. И когда человеку я все рассказал, меня просто заблокировал. Вот кому верите. Так что будьте внимательны при выборе поликарбоната. Я, наверное, это сейчас фильм оставлю, потому что практически 8 минут. Будьте в выборе. Сейчас очень начинаются времена такие жесткие. Я вам говорю, что будет не определить. Только рекомендация, только проверенная. То есть... Очень будет. Очень много обманывают в поликарбонате. Поэтому думайте. Прежде думайте, что вы хотите купить. Советуйтесь. И думайте. И никого не слушайте, а думайте сами. Ну все. Всем пока. С прошедшим 8 марта. Смотрите кино. Думал, сторис коротенькая будет, а она оказалась очень длинная. Поэтому будет фильм. Пока-пока.